будет методическое в плане работы в группах, работы индивидуальная, что будет. Это большие темы. На протяжении нескольких дней руководитель Междисциплинарного центра научных исследований и повышения квалификации Роза Лейкин читала лекции для студентов факультета психологии и педагогики Елабужского института КФУ. Лекции были посвящены исследованиям в области одаренности. Студенты узнали для себя много нового и смогли в ходе беседы задать профессору все интересующие их вопросы. Кроме того, состоялась встреча Розы Лейкин с преподавателем факультета психологии и педагогики, в рамках которой обсуждались вопросы, касающиеся научных исследований. Также во время беседы она рассказала об особенностях преподавательской и исследовательской деятельности в университете Хайфа, Израиль. Преподаватели Елабужского института КФУ активно задавали вопросы и участвовали в обсуждении актуальных проблем научных исследований. Айсылу Халявкаева, Айдар Салихов, служба новостей Елабужского института КФУ.